Вітаю, з вами Шах і Мат. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу комунальних служб у період карантину. З нами заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра. Освіта. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. За фахом – зооінженер, інженер-технолог. Депутат Дніпровської міської ради, очолює департамент благоустрою та інфраструктури. Хобі – музика, кіно, тварини. Михайло Олександрович, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. З початком карантину у Дніпрі ви очолили комісію з надзвичайних ситуацій, міську територіальну. Власне, який функціонал, чим займаєтесь? Ну, на самом деле, ту комісію я возглавил еще с начала этой депутатской каденции. Как правило, комиссия принимает решения о каких-то чрезвычайных ситуация принятия каких-то чрезвычайных решений, согласования каких-то определенных мероприятий, а также у этой комиссии есть все полномочия для того, чтобы каким-то образом влиять и регулировать на определенные этапы, происходящие в городе. Причем, будем говорить так, полномочия у этой комиссии достаточно широки, и в принципе решение комиссии, согласно нашего законодательства на сегодняшний день, оно приравнивается к решению суда. Ну, от безпосередньо чим займаєтесь? Це координація з правоохоронними органами, якісь конкретні речі? Ну, в частності, допустим, приймаються різні рішення о введенні якихось там карантинних мірах. Либо там даються розпорядження сотрудникам каким-то определенних там підрозділень, там, касаємо там, либо здравоохранення, либо Міністерства внутрішніх діл, либо МЧС, і ці рішення цієї комісії не обов'язані для їх виконання. Тобто, образно, це такий чрезвичайний штаб, який приймає рішення о каких-то конкретних действиях, кому что необходимо сделать. То есть это такая, знаете, то есть на сегодняшний день структура, в которую сходится все, принятие всех пиковых и острых решений. Ну, от, зокрема, як голови комісії, ваш підпис, ваш автограф стоїть майже 150 тисяч квитків, за якими їздять у громадському транспорті. Чи не стикались ви з такою проблемою, з підробкою цього підпису? Ну, смотрите, у нас ж вони видаються теж слідуючим образом. Для того, щоб це зробити, для того, щоб від цього уйти, у нас кожен виданий пропуск, ми ж даємо людям документи, и они, каждый выданный пропуск у нас зафиксирован за каждым человеком. То есть и у сотрудников полиции, у сотрудников коммунальных предприятий, у них есть база. То есть остановили человека, номер, номера все различные, вы понимаете. Они остановили, там записан, там, я не знаю, там, Карлов Степан Сергеевич. Они вбивают этот номер. Да, действительно, Карлов Степан Сергеевич, все. Если номер не соответствует, либо пропуск поделен, это 17 тысяч гривен штраф, все об этом знают. Тобто це не кримінальний кодекс, це адміністративний? Ні, це адміністративний, 17 тисяч гривен штраф. Але все-таки от підробка підпису, це здається? Ну, послушайте, підділяють долари і євро, я думаю, підділяти підпись замістителя мера, тим більше, ну, це не составляє труда. Ну, крім того, що ви є заступником міського голови, головою комісії з питань надзвичайних ситуацій, ви очолюєте департамент житлово-комунального господарства міської ради. Як змінилася його робота за період карантину? Чи ходять там люди на роботу? Як взагалі відбувається процес роботи в департаменті? Якщо говорити о структурі самого департаменту, некоторих, більшість сотрудників ми відправили на віддалену роботу, включаючи там бухгалтерію, окремих сотрудників. Ну, а те, що стосується всіх комунальних підприємств, именно тех людей, люди, которые работают в поле, изменений не произошло никаких совершенно. Все как работали в полном графике, в полном объеме, все точно так же и работают. Точно так же проводятся и ремонтные работы, и все-все-все. То есть, говорю, отвечаю, не изменилось никак совершенно. Так, ну ми про це ще поговоримо, я думаю. Але стосовно самого департаменту, скажімо, та ж бухгалтерія, якісь чиновники банально, фізично можуть зайти до будівлі міської ради? Звісно. У них есть для этого специальные пропуска. То есть, опять же, мы в основном все совещания мы перенесли все в интернет.
То есть, я думаю, Skype, там, Zoom, очень удобно. То есть, по большому счету, то есть, мы говорим, мир изменился. И можно пересматривать вообще некоторые встречи. Зачем? Чтобы все, извиняюсь за выражение, там, перлись в горсовет, сидели там, дышали друг другу в затылок, включили конференцию, все друг друга видят, все друг друга слышат, всем все прекрасно, все получили задание, все, и начали работать. Встречаемся, собираемся, например, есть направление, по которым приходится проводить совещания там два раза в день, некоторые там достаточно там двух раз в неделю. Угу. Ну от я пам'ятаю, позаминула сесія проходила через Zoom саме, ну, окрім першого питання, і вона тривала близько 5 годин. Да? У той же час, як звичайна сесія, там проходить годину-дві, ну от минула взагалі там 40 чимось хвилин прийшла. Робота через Zoom, через Skype, вона як ускладнює сам процес прийняття рішення, якихось консультацій? Ні, як правило, то есть, якщо, наприклад, говорити о самой проведенной сессии, но, как правило, всякие там умалишенные депутаты как минимум не орут, поскольку им слово дает и включает их администратор. Это очень удобно, то есть не надо слышать чей-то визг сумасшедшего какого-то человека, который там за спиной где-то у тебя что-то там кричит, как всегда. Кто такие сумасшедшие люди? Да, у нас их четверо, их все знают, фамилии их известны. Давайте не будем делать им политическую рекламу. Угу. Ну вот, взагалі, ваша оценка, как заступника міського голови, как голови департаменту, такая работа в режиме онлайн, она... 5. А чи може бути вона продовжена, коли карантин завершиться? Сподіваємось, що вже це скоро. Звісно, обов'язково це буде зроблено в обов'язковому порядку. У нас є навіть директора Магікани, там, которые работают в коммунальных предприятиях, чьи возраст там, там уже за 60 лет, и тем не менее все научились пользоваться Zoom, переписываются, видеозвонки, конференции создают, научили всех, всех адресировали, поэтому все, все прекрасно. А стосовно финансирования департамента ЖКХ, от, насколько я знаю, у цьому році це десь між мільярдом та двома мільярдами, точно цифру зараз не скажу. Чи скоротилось фінансування? Ну, я знаю, що, зокрема, секвестру міського бюджету його не було, але все ж таки, якісь роботи, можливо, ви не виконуєте, можливо, когось скоротили, от якщо по цифрах говорити. По состоянию на сьогоднішній день ми ведемо всі роботи, проводимо всі роботи. И единственное, что с нашего департамента была снята сумма в размере 100 миллионов гривен на ликвидацию и предотвращение распространения там коронавируса, за эти средства были закуплены там аппараты искусственной вентиляции легких и еще очень-очень-очень большой список того, чего мы сделали. Поэтому каким-то образом, будет ли пересмотрен бюджет относительно ремонтов, я думаю, да, будет. Мы стараемся свести его к минимуму, но тем не менее это может произойти. То есть это не будет чем-то большим, огромным, глобальным. Основные все работы, которые были запланированы, то есть нашим департаментом и все поручения, которые дал мэр города, я уверен, они на 95% обязательно будут выполнены, невзирая ни на что. Основные работы, еще мы это на увазе? Ну, самое первое у нас это внутриквартальные дороги. У нас запланировано на сегодняшний день более 27 локаций, где это будет сделано. Причем это не просто ремонт, видите, мы не латаем ямки на внутриквартальных дорогах. Если мы заходим и делаем полностью капитально, это замена и бордюрового камня, и асфальтового покрытия, и люки, и отмостка. То есть мы заходим и делаем комплексно, поскольку латание ям на внутриквартальных дорогах, оно не спасает никак. Если, в общем, я считаю, дороги у нас в городе в достаточно очень неплохом состоянии, то с внутриквартальными дорогами у нас беда. И мы планируем в течение 3 лет закрыть полностью эту проблему. Никто же не говорил. Но помните, как у нас, чем у нас заканчивалась каждая весна? Все в ямах, все убито, все уничтожено. Сейчас снег сошел, 2-3 недели, там все, весь город работает, нигде нет ни ям, никаких. Да, есть какие-то определенные моменты, где-то какие-то, они были, есть и будут всегда. Точно так же, как и в Германии, и в США, и такие проблемы есть, но мы их решаем достаточно оперативно. Так, ну снігу в цьому році фактично не було. Слава Богу. Так, слава Богу. Але все ж таки, повертаючись до питання фінансування, чи є скорочення співробітників департаменту, ну, міської ради, я знаю, що чисельність виросла, можливо, комунальників скорочують. Чи виплачується заробітна плата вчасно? Заробітна плата по состоянию на сьогоднішній день у нас нет ніяких задержок. Все своевременно получают заработную плату. Основная из таких тяжелых для всех коммунальных предприятий проблем, это, как правило, оплата от населения, которая в последнее время, то есть, начала критически снижаться. И это не может не отразиться на работе коммунальных предприятий, то есть, в частности, таких как там, водоканал, теплосети, которые, с которыми еще не все жители рассчитали за предыдущий отопительный сезон. Точно так же содержание и обслуживание многоквартирных домов, вывоз мусора.
поставка воды и оплата за услуги канализации. С этим есть просадки, просадка достаточно существенная. И все идет к тому, что, скорее всего, эти коммунальные предприятия придется городскому совету на каком-то определенном отрезке времени датировать, поскольку неуплата на сегодняшний день, то есть, ну, это, я думаю, в месяц это так, с закрытыми глазами, это минимум недоимка там порядка 30 миллионов гривен, это вообще вот так вот. Угу. Ну, порівняно з березнем, це падіння на скільки там, на 10? Давайте так, если в чистых цифрах брать прошлый и этот год, вот, например, за этот же период прошлого года оплата снизилась в два раза. Угу. В два раза. А смотрите, за электроэнергию платить надо, людям за зарплату платить надо, хлор покупать надо, там дезавит, гипохлорид покупать надо. И самое главное, у нас же работает тот же, возьмем, там, например, водоканал, да, огромный расход электроэнергии. 1 числа, 20 числа надо заплатить. Не оплатишь деньги, ДТЭК с тобой не будет разговаривать, разбираться. Коронавирус, не коронавирус. 20-го нет оплаты, вентиль, все, клац, электричество выключается, и все сидят без воды. Жителей же это не должно интересовать. Поэтому в любом случае какие-то дотации будут. То есть либо там будем оказывать возвратную финансовую помощь коммунальным предприятиям, сейчас над этим работаем. Справляемся пока, но уже с трудом, с очень большим трудом. Угу. Ну, от ви згадали ДТЕК, це електроенергія, там і Дніпрогаз, це відповідно газ. Да? А чи можлива теоретично така ситуація, що у міському бюджеті банально не вистачить коштів і буде перекрити вентиль по тому ж газу, чи там, я не знаю, не буде вивозитись мусор, сміття? Як це буде? Ні, цього не буде, це ісключено абсолютно. Тим більше, цю проблему лично на контролі держить мер, і ми регулярно йому докладаємо о всіх платежах. Тим більше, всі платежі касаємо электроэнергии и там оплата там за газ, лимиты и прочее, мы это выполняем в первую очередь. То есть, ну, по большому счету, если пошло на то, если вообще так уже сказать, если мы увидим, что, не дай бог, возникает такая ситуация, ну, значит, придется, скорее всего, не отремонтировать какую-то улицу, а за электроэнергию заплатить, чтобы все граждане были с электричеством, с водой, со всеми услугами. Это однозначно, это чаша. Як заступник міського голови, чи відчуваєте ви те протистояння з центральною владою, про яку говорять багато мерів, зокрема Борис Філап? Звісно, це відбувається наяву, і я ж, якщо мер спілкується з мерами інших містів, а я як заместитель мера спілкуюся зі своїми колегами, з заместителями мера з інших містів. Тобто у нас повне взаєморозуміння, тобто, ну, к сожалению, такий негатив є. Ну, я вважаю, що для центральної влади, це моя особиста точка зору, тобто, для них без помощи органов местного самоуправления они это все не вытянут. Видите, то, что сейчас происходит в стране. Я не хочу давать никому никаких оценок, но передача полномочий на места абсолютно разгрузит и кабинет министров, и президента, которые будут заниматься экономикой, внешнеполитической деятельностью, какими-то другими государственными вещами. Но остальное, то есть я считаю, точно так же, как город должен передать полномочия в районы, в ОСН, точно так же центральная власть должна это сделать. Противостояние есть, вы видите, нагнетается буря в стакане, которая уже не буря в стакане, готовятся различные провокации в отношении там мэра, а также всех сотрудников городского совета. Ну, мы знаем, чем это все заканчивается. А эти самые провокации? Ну, я думаю, время покажет, скоро все увидите. Это комментировать будет мэр. Угу. А вот такая ситуация, яку вы сказали, хоча это и не стосується безпосередньо нашей темы, чи не загрожує вона федерализации Украины? Нет. Я думаю, это речь об этом даже идти. Она не могла и не может идти. Речь же не идет о том, что, например, каждый район там должен быть самостоятельный. Речь идет вообще даже не о политической, а именно о финансовой составляющей. Для того, чтобы принимали решения там мэры городов. Вот давайте, допустим, так, у нас есть проблема. Я не знаю, какой-то завод X, я не знаю, там, допустим, как Сахим. Вот я там, как житель Красного Камня, у меня огромное количество обращений от жителей. Какое идет в атмосферу выброс вредных веществ, да? Либо как работают очистные сооружения других заводов, в том числе химических. Скажите, пожалуйста, а как в этой ситуации должна поступить местная власть? Органы экологии с кем разговаривать? С власником, с каким-то центральными органами власти. А я вам объясняю, экология... То есть они вас не чуют, чи вы не поняли. Рычаги влияния, экологическая инспекция не подчиняется городскому совету. Управление там. Точно такая же ситуация.
патрульная полиция подчиняется городу? Нет. Не подчиняется. И так пойти по всей цепочке. Ведь смотрите, давайте возьмем, вот мы не будем говорить там ни о какой федерации, конфедерации, это все чушь, это для Украины, это, я считаю, это невозможно абсолютно. Ну, моя точка зрения. Возьмем в позицию в некоторых, допустим, штатах США. Кто назначает начальника полиции? Шериф, выбор на посаду. Начальника полиции, не шериф, это разные вещи. Начальника полиции назначает мэр. Должность прокурора согласовывается с мэром. Мэр руководит процессом. Мэры различных городов могут и имеют право даже выносить решение об каком-то там админ-аресте за какое-то там нарушение. То есть, ну, образно, там речь не идет о том, что кто-то там ездил за рулем или там выбросил бумажку. Ну, есть некоторые какие-то определенные у нас кричащие там моменты. Там мэры принимают эти решения. Власть идет на места. США все-таки федерация. Ну, смотрите, то есть, это нельзя говорить, то есть, федерация либо конфедерация. На сегодняшний день никакой федерализации в Украине речи нет, идти не может. Устроено, у нас унитарное государство. Точка. И никаких разговоров об этом быть не может. Не надо выдумывать велосипед. Тот процесс децентрализации, который был запланирован, его надо довести до конца. Я не, смотрите, я же не политик. Я не могу давать такие громкие оценки, что надо сделать или не надо. Я занимаюсь ЖКХ. Вот я вам сказал с точки зрения ЖКХ. Я же не политик. Я, по большому счету, завхоз города Днепр. Поэтому завхозы подобные вещи не обсуждают. Я свою точку зрения со своей полки, я это высказал, как я это громадянин. Вижу. Да. Так, давайте тоді повернемось до питання ЖКХ і тими питаннями, які ви безпосередньо займаєтесь. Це будівництво метрополітену. Що там? Да. По строительству метрополітена, як сказати, получили один страшный документ, который мы не могли получить 9 месяцев. Для того, чтобы получить разрешение на взрывы, мы безуспешно пытались этим заниматься 9 месяцев. То есть, наконец, я вот даже не хочу рассказывать, как это все происходило, какие были подключены люди, но тем не менее, на сегодняшний день мы фактически получили все разрешения, основную часть на 90%, поскольку вся выработка, которая идет на всех тоннелях, мы дошли до того момента, где уже дальше без взрывных работ их проводить нельзя. Есть еще работы там, по устройству стены в грунте и другие работы, которые мы можем выполнять. Но основное, вы помните, это, там, если мы планировали получить этот документ в сентябре месяце, то только мы получаем его к первым числам мая. Я думаю, с середины мая, с начала июня месяца мы планируем перейти уже к интенсивным работам. Тем более работы по всем направлениям метрополитена. Все же видят, у всех уже квадрокоптеры есть. Все видят, где какие работы ведутся, как какие работы ведутся. Хотелось бы, конечно, ускориться. Но ситуация с коронавирусом несколько на это повлияла, поскольку в Турции ситуация гораздо хуже, чем у нас. И турецкое руководство пыталась вывести на дистанционную работу своих сотрудников, но тем не менее мы провели ряд определенных переговоров, и я думаю, особое сильное ускорение у нас мы планируем начать ориентировочно где-то в июне месяце. Угу. Ну, все-таки такая дата, как 23-й год. 23-й год, как мы обсуждали, то есть конец 23-го года, осень 23-го года, на сегодняшний день планы у нас не меняются. А от, до речі, стосовно вибухів, як житель Червоного Каменю, до жителя Червоного Каменю, просто у соцмережах багато про це пишуть, ну і я безпосередньо чую, пізно ввечері, щось зривається, пов'язано з будівлением? Два чоловіка проживають на жилмасиві Красний Камінь. У мене вже є їх фотографії, правда, со спини, з боку. Конкретні люди, то есть, этим занимается патрульная полиция. Я планирую даже, наверное, за них на днях объявить вознаграждение. Это люди с самодельными взрывными устройствами. Если раньше там в школе мы взрывали там магний, марганец, делали там взрыв пакеты, спичечный коробок, сейчас они это используют несколько по-другому. Но вот подобного рода развлекало. То есть никакие взрывные работы на сегодняшний день не проводятся на территории жилмассива. Ни Красный Камень, ни Покровский, ни Парус. Это чисто, вот есть, существует два персонажа. Я думаю, я приложу максимум усилий, чтобы в самое ближайшее время они были изловлены. Но если мы переловили всех, кто воровал лифты, разворовывал лифты на Красном Камне Люке, я думаю, с двумя этими идиотами я тоже как-то справлюсь. Ну, будем осмотреть. Учитывая то, что полиция нам не подчиняется, но мы как-то справимся, что-то придумаем. Угу. Михайло Олександровичу, от декілька сесій тому було прийнято рішення про ліквідацію комунального підприємства «Ритуальна служба», потім було створено нове. Чи працюють зараз ритуальні
рятувальники в умовах того, що кладовища фактично закриті? Чи є змога простому дніпряну, скажімо, якщо сталася трагедія, поховати свого родича? Всі кладбища працюють в тому режимі, в якому ми планували. Єдине, существує обмеження, що при похоронах може присутствувати не більше 10 чоловік, і вони повинні стояти на определеному відстоянні. Все. Якщо людина у нас умерший от коронавируса на территории города, это один человек, причем он не сколько умер, вы знаете, не сколько от самого коронавируса, там были огромная была нить сопутствующих заболеваний, то есть коронавирус это просто подтолкнул, то есть у человека было достаточно тяжелое состояние здоровья. И если люди умирают от коронавируса, да, естественно, они хоронятся в закрытых гробах, и присутствие родственников на похоронах невозможно. Ну, а в связи все ж таки с реорганизацией этого КП, чи відбулося? Ничего не изменилось, все предприятия, все КП, все кладбища как работали, так и работают. Слава Богу, пережили гробки, теперь уже легче. Які особливості роботи зооконтролю у цей період? От я знаю, що, знову ж таки, про Червоний камінь була історія, що ви прийшли додому, це, здається, Коробова 5. Коробова 5, так. Дадим корм привезти, я пообіцяв. Що там відбулося? І взагалі, як працює зооконтроль? Зооконтроль як працював, так і працює. Я ж говорив, у нас не відрізняється одне комунальне підприємство від другого. Як в своєму режимі працювали, так і працюють. По ситуації з Коробова, тобто там звернули жителів, жительниць, у нее там в квартире живет 12 котов. Квартира не приватизированная. Значит, приехал туда с сотрудниками полиции, зашел, открыл, да, действительно, котики. Но там ситуация другая. Она живет на втором этаже, а притык здания ближайшее прямо у нее. То есть и котики у нее там на крыше. Ну, с одной стороны, понимаете как, то есть мне сообщили, что у нее там 12 котов в квартире, я смотрю, она их там кормит с окна. Мы с ней договорились о том, что она с окна котиков кормить не будет, я ей привезу корм. Завтра ей привезут корм, и пусть она этих котиков кормит, только не у себя в квартире на подоконнике, а спускается вниз. Такие проблемы постоянно, то есть и приходится находить компромисс. Но взять у нее, забрать этих 12 котов, тем более туда зашел, они там повылетали все у нее с этого, ну, тоже по-человечески надо быть, она все нормально поняла, тем более реально люди не пьющие, это не какие-то там хроны или что-нибудь еще нормальное, то есть, ну, обычные жители, обычные малосемейки. Обычного жилмассива «Красный камень». А по зооконтролю постоянно обращение. Либо собака агрессивная, либо полиция там не могут зайти во двор, там агрессивное животное. Либо там недавно там инцидент был, шел мужчина пьяный с собакой. Собака укусила там подростка там в область ноги. И то есть приехал зооконтроль, животное изъяли, сейчас будем разбираться. Ну, это криминальная справа, может быть. Ну, да, может быть, потому что, понимаете, вина в этом животного минимальная, это 99%, и вина собственника, и наказывать собаку за то, что она сделала, это все равно, что, знаете, если кто-то там, не дай бог, кого-то выстрелить, и за то, что выстрелили, взять и наказать за это ружье. То есть я с собаками всю жизнь, столько, сколько себя помню, я прекрасно знаю, что это такое. И произошедшая ситуация – это абсолютно вина хозяина. Вина хозяина. Інше питання – дезинфекция улиц. Как она відбувається? Взагалі, что это за розчин такой? У нас есть раствор, это специальный хлорсодержащий раствор. Он сертифицирован, он есть в двух элементах. Он есть таблетированный и есть разливной. Значит, мы обрабатываем все абсолютно подъезды домов, которые находятся на балансе городского совета. То есть мы обрабатываем первый этаж, лифт. Дома, которые находятся, у которых ОСМД либо ЖСК, мы выдали всем руководителям специальные распылители. Мы приобрели распылители Керхер. Мы им выдали на период карантина. Некоторых по надобности мы снабжаем дезинфицирующими средствами, кому в этом необходимо. А что касаемо тех адресов, в которых проживали люди, у которых был диагностирован коронавирус, мы производим их полную обработку. То есть не просто первый этаж, а производим полностью всю обработку с первого по последний этаж. И также мы выдаем жителям этих домов, то есть специально мы приобрели антисептики для рук, для того, чтобы жители могли ими обрабатывать руки, выдаем на каждую квартиру по их потребности. А финансирование, это в рамках тех 100 миллионов? Это в рамках этих 100 миллионов, в рамках этих 100 миллионов. Кроме того, у нас же мы приобрели большое количество кроватей,
для 8-й больницы и ограждение всего-всего-всего-всего. Но я думаю, об этом подробно все расскажет мэр. Он, если я владею только своим направлением работы, то он владеет всем направлением работы. Я думаю, он скоро об этом очень подробно расскажет. Да, до речі, інформаційні ці повідомлення, які розклеюють на під'їздах, це, здається, сьогодні почалось, да? Це... Нет, это уже больше недели, то есть с того момента, как начали у нас заявляться люди, у которых диагностировано это заболевание, мы действительно информируем людей о том. Кроме того, у нас есть специальная карта. На карте отмечены дома, где жили эти люди. Вы же прекрасно понимаете, никто даже не называет ни квартир, ни фамилии, ни имен, то есть это не надо. Не, просто на під'їздах з'явилось там... Да, мы информируем людей. Мы людей информируем. Ситуацию никто не придумал, и мы умалчивать ее не собираемся. Просто мы должны говорить объективно. У нас там порядка там, 80 человек инфицировано. Мы показали, в каких домах эти люди жили. Не в квартирах, в каких домах. Плюс, если увидите, мы поотмечали еще некоторые объекты инфраструктуры. Мы их отметили для того, что со слов лиц, которые находятся сейчас на лечении, они их посещали, чтобы жители были максимально внимательными. То есть информацию утаивать никто не собирается. Михайло Олександрович, все-таки карантин – це не на все життя. Як буде департамент, як будуть комунальники і загалом Дніпро виходити з цієї ситуації, повертатись до нормального способу життя? І взагалі там, це стосується транспорту, це стосується ну, всього. З коронавірусу, с карантина будем выходить через фонтаны. Вот когда заработают фонтаны, все будут знать, все хорошо, жизнь вернулась в обычное русло. Постепенно. Все решения принимает мэр, у нас ежедневные совещания. Как и когда это будет, я думаю, там мэр в ближайшие дни, сегодня-завтра расскажет. Тобто будівництво, там реконструкція фонтану біля оперного пов'язано з виходом з карантину? Ну, звісно, обов'язково. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступником міського голови Дніпра Михайлом Лисенко. На все добре.